А вот и наступила ночь. Давайте поиграем в прятки. Ха-ха-ха-ха. Кто не спрятался, я не виноват. Так что прячьтесь хорошо. Чего? Я только что шел и был день. Тут как вообще здесь произошла ночь? Тут нет никогда ночи в этой игре. Черт, надо что делать-то? Надо прятаться с ним, что ли? Подождите, ладно, окей. Он вон стоит. Прячься. Прятаться? Я прячусь. Так, ладно. Попробую. Смотрю, он бежит за мной. Эй, не беги, дай мне время хоть. Черт, он бежит прям за мной. Время мне дай. Он уходит. Вроде бы стоит на месте. Так, ладно, попробую спрятаться от него. Жесть, а чё он такой? Это сильный. У него силы очень много. Такого я никак не ожидал. Так, если я здесь прячусь, например, не знаю, он, наверное, меня сможет найти здесь. Но если я буду как-нибудь перебегать, он же сказал, кто не спрятался, я не виноват, да? Вон он стоит. Интересно, а если я просто в проход попробую сбежать, получится или нет? Не, ну, он должен мне все рассказать, если я с ним поиграю, да? Может быть, он еще какую-нибудь информацию расскажет. Ладно, я спрятался, все, вот здесь сейчас прячусь. В принципе, да, хорошее место, вот ящик, да? Он меня ищет, интересно? Нет, вон он ходит уже, начал ходить. Ищет, похоже. Так, спрячусь вот здесь, вот еще. Вон он ходит, ищет меня. Главное, чтобы сюда не заглянул. Где-то далеко вроде бы ходит, да? В той стороне где-то, ну-ка. Он прыгает, я вижу, вон его ник, да? Так, ладно, я спрятался, все. Главное сюда, чтобы не смотрел. О, он сюда бежит. Походу сюда идет. Да, вон рядом. Ой-ой-ой, зря высунулся. Он сюда идет. Он сюда идет. Или нет? Нет, похоже. Я по нику-то вижу. Как он перемещается? Он пошел дальше. Фуф! Не заметил меня. О, я уж испугался. Так. Интересно, до скольки мне здесь стоять? До утра, что ли? Это страшно. Так, ладно. Вот с таким, тем более, аниматроником играть, который выглядит, я не знаю, жутковато. Вон он ходит, смотри, в поисках. Пытается меня найти. Не найдет, не найдет. Фуф, как же жутко находиться в одной локации с этим аниматроником. Я даже не представить себе не мог, что здесь есть смена дня и ночи. Ну, я не удивлюсь, что если что-нибудь еще произойдет с появлением этих аниматроников, я должен любыми методами спасти свою банду. Ой, все, я перешел. Подожди, в смысле, что это за темнота, я не понял. А, только что ж был день. Странно. Так, вон, похоже, он бегает, да? Подожди-ка. Да, здорово! Ну, босик! Ты кто такой? О, еще один участник наших пряток. Какой участник пряток? Ты чего? Ну-ка рассказывай, ты кто такой? Я аниматроник, я вам все расскажу, если вы выживете до утра. До утра? И что мне надо делать? Прячься хорошенько. Ладно, я тебя понял. Но где, ну, босик-то? Он прячется. Я даю тебе фору, прячься хорошо. Ладно. Но так как вас двое, я лишаю тебя сил. Хе-хе. В смысле ты лишаешь меня сил? Не надо, у меня 1 миллион вообще-то. Я долго их качал. Ну, 10 минут, наверное. Чего? 0 силы? Ты как это сделал? Ночью я могу делать все, что захочу. У тебя немного времени, так что прячься. Ладно. Я понял. Жесть. Как он лишил меня всей моей силы? Я немножко считерю. Я сделаю себе маленький размерчик и попробую спрятаться где-нибудь. Так, потому что на двоечке, ну, типа, у меня все равно 0 силы. И надо хорошенько где-нибудь спрятаться. Жесть. Вон он, смотри, он пошел уже на поиски, что ли? Так, надо вот так по краешку попробовать как-нибудь хорошо спрятаться. Надеюсь, у меня получится. Так. Если я буду, например, стоять где-нибудь... Так, попробую сейчас на беговую дорожку. Или вот сюда. Вот, блин. Не получилось. Так, он меня ищет, интересно, или нет уже? Да, он пошел на поиски, походу. Офигеть. Он пошел на поиски. Тихо, заметит или нет?
Нет, смотри-ка. Он ищет. Пока не заметил, вроде он пошел прыгать куда-то. Ничего себе, вот это он залез. Так, интересненько. О, а вон сундук, смотри. Можно попробовать в сундуке спрятаться. А что если реально я спрячусь в сундуке? Потому что это, наверное, самый крутой вариант. Ну-ка, он там сейчас... Это он там, нет? Нет, это не он. А где? А, вон он. Так, о, он сюда... Он пошел к сундуку. Он к сундуку пошел, смотри. Блин, хорошо, что я там не спрятался, да? Не спрятался. О, он его не проверил вроде, да? Интересненько. Он его реально не проверил. Такс. Ладно, интересно, куда он идет? Куда он идет? О, он здесь, он прям рядом со мной. Черт, прячемся. Он меня заметил, интересно, или нет? Бежим. Давай, быстрее. Фух, я спрятался так. Где он? Он идет! Черт, надо быстрее за ящик прятаться и выживать до утра. Давай. Есть, я успел. Ой, ты кто? Ты че? Ну, босик? Ты чего меня так напугал? Ты что здесь делаешь? О, Фредди, ты здесь что ли? Я прячусь от этого аниматроникова странного. О, а я думаю, смотри, он сейчас рядом был с сундуком и почти тебя нашел. Да, я тоже испугался, но не, он меня не нашел. Он, короче, что тебе сказал-то? Я видел, что ты пришел, но не стал выходить отсюда. Он сказал, что расскажет все на рассвете. Ну, как на рассвете? Утром, наверное, как я понял. И надо с ним сыграть в прятки. Ай, да, понятно. Я с ним играл уже. Ну, не с ним, с похожим на него, только он был солнышко. А сейчас почему-то он выглядит как луна, да? Да, кстати, он выглядит, у него голова как луна. Ну, он очень сильный. Он меня, представляешь, лишил сил. А, вон он. Он здесь, рядом уже, представляешь? Я вижу то, что он здесь рядом. Черт, вон он здесь рядом ходит, но почему-то здесь не проверяет. Как нам везет, нам очень хорошо везет. Так, ну слушай, он рано или поздно здесь проверит. Он идет сюда. Давай, один из нас точно выиграет. Вон он здесь, он рядом. Он прям рядом, смотри. Короче, смотри. Давай я буду как приманка, буду бегать. И, не знаю, ты должен по-любому выиграть и узнать, где твоя банда. Я буду отвлекать его внимание, он тебя не найдет, и тогда ты выиграешь. А я буду отвлекать его внимание до рассвета, до того, как настанет утро. Ну ты серьезно сделаешь это для меня, Фредди? Да, я готов, ладно. Ну, у нас так шансов больше, то есть, если мы будем здесь вдвоем стоять, то он нас найдет рано или поздно, а я пошел. Давай, ну, босик, ты должен узнать, где они находятся, так что... Я верю в тебя. Ну а я постараюсь его задержать как можно дольше. Фух. Эй, ты! Эй, лунный! Лунный! Что-то он меня даже, походу, не слышит. Эй, луна! Головешка луна, ты где там? Иди сюда! Лунный! Иди сюда! Смотри, кто выбежал, а? Я тебя сейчас поймаю! Попробуй, поймай, не догонишь! Я маленький, ты большой, так что ха-ха! Давай! Я тебя нашел! Нет, ты меня не нашел, ты меня не догнал! Если ты меня не догнал, значит ты меня не нашел! Оу, черт! Убегаем, блин! Так рядом! Это было близко. Ты от меня не спрячешься. Ну, да, сейчас я от тебя не спрячусь, но зато смогу убежать. Черт, когда, интересно, уже будет утро-то? Непонятно. Надо это... как можно дольше бегать с ним. Фуф. Главное не зафейлиться и об чего-нибудь случайно не удариться. О-о-о, ничего себе. Вот это да. О-о-о, я тебя обманул. Прикольно. Так, тихо, давай наверх. Есть. Давай, попробуй залезть, не догонишь меня никогда. Давай вот так, оп, буду тебя сейчас так, оп. Ага, попробуй догони. Ну, он немножко, конечно, туповатенький вроде, да? И типа, я... О, черт! Ты меня догнал почти, ха-ха. Я дотронулся до тебя, я тебя догнал. Нет, ты меня не догнал. Тогда я тебя уничтожу. Если тебе не нравится, как я тебя догоняю... Ну давай, попробуй, не получится. Эй, ты куда? Меня боишься, что ли? Убежал от меня? Вау! Чего? Нифига! Черт, что там происходит? Что там вообще? Ой, вон, я вижу его, подожди, что он делает? Я не вижу отсюда.
Он ест голову Фредди? Нет, нет, мне это кажется. Черт, ну когда же уже наступит утро? Надеюсь, у Фредди получится его задержать. Блин, а то так это... Как-то напряженно. Сколько, интересно, я уж здесь нахожусь, сколько я здесь стою. А, не знаю, надеюсь, немножко времени осталось. Ребят, напишите в комментариях, верите вы в меня или нет. Смогу ли я простоять до утра? Надеюсь, смогу. Ребят, обязательно ставьте лайки. Фу, жесть какая.